В Первоуральске за махинации с материнским капиталом осудили многодетную мать. Год условно она получила за то, что обналичила сертификат. Женщина утверждала, ей с детьми негде жить, хотя, как оказалось, у нее была благоустроенная квартира. Чтобы обналичить капитал, Глюза Ведерникова решила продать свою квартиру гражданскому мужу. Сделку провернули через третьи руки. Сегодня подсудимая объяснила, что в ее нынешней квартире жить невозможно. И она хотела потратить 360 тысяч рублей на строительство нового дома. Следователи недоумевают, почему нужно было идти на такие ухищрения, ведь улучшить жилищные условия мама могла вполне законно.